Последнее время с долларом что-то творится. Везде доллар дорожает. И невольно уже смотришь на сторону дешевых планшетов. Вот такой дешевый планшет хочу вам показать. Бренд Lloyd. Купил я его на Tiny Deal. Планшет на этот момент в сентябре месяце стоил $67. На этот момент стоит этот планшет $63. Планшет с 3G. Поддерживает две сим-карты. Карта microSD карточку до 32 гигабайт. Работает в 2G и в 3G сетях. Вообще без проблем работает. Сверху у планшета кнопка включения, выключения, блокировки, качелька громкости, разговорный динамик, слышно среднее, то есть слышимость средняя здесь. Камера на 0,3 мегапикселя. Сзади камера со вспышкой без автофокуса, тоже на 0,3 мегапикселя. Задняя поверхность металлическая, но нигде не заявлено. Я так сам определил, что это металл, потому что всегда холодное. Вставки пластмассовые. Планшет 7-дюймовый. Сборка хорошая. Вот. Не скрипит, не люфтит, ничего. Просто отлично собран планшет. Здесь расположен динамик. Звучит средний. Ну, не очень плохо. Хорошо звучит динамик. Ну, не очень громко. Сверху microUSB разъем для зарядки и 3,5 мм джек для наушников. Наушники здесь вход работает нормально. Здесь хороший аудиочип стоит. Звук идет отличный, громкий, с басами. Антуту 9791 баллов. У планшета процессор MTK6572, двухъядерный. Тактовая частота 1 ГГц. Видеоускоритель Mali 400 MP. Оперативная память устройства 512 МБ. Внутренняя память 4 ГБ. Nenomark 26,5 FPS. Мультитач у планшета 5 касаний. Сенсор хороший, отзывчивый. GPS тест. GPS здесь средний. Видит 11 спутников. Цепляется к 4. Смотрите сенсор, как работает у этого устройства. Сенсор отличный. В меню тормозов нету. Листается все хорошо, без тормозов. Но выходим в лаунчер. Смотрите, вот такие тормоза. Но это не критично. Работает планшет нормально, стабильно. Можно смотреть видео, аудио. Можно слушать. Наушники, в наушниках звук хороший, громкий. Динамик средний здесь. Экран по диагонали 7 дюймов. 1024 на 600 пикселей. Матрица TFT. Но не очень выцветает под углами. Работать на этом планшете можно. Игры здесь можно играть средние. Камеры у планшета ни о чем. Обе 0,3 мегапикселя. Даже фото и видео не покажу, потому что нет смысла. Батарейка у планшета 2000 мА. Но реальных 2000 здесь есть.
Потому что на целый день хватает при среднем использовании планшета. За свои деньги планшет неплохой, $63 стоит он на этот момент. А сейчас месяц декабрь 2014 года. Можете зайти в Team Ideal, ссылка будет в описании. Если у вас бюджет маленький, то без проблем можете купить и не пожалеете. А вообще реально хороший китайский планшет стоит минимум баксов 200. Если у вас нет таких денег, тогда посмотрите на этот планшет или на другие. У меня в канале много таких видео бюджетных планшетов. Можете посмотреть, выбрать для вас что-то полезное. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я забыл показать комплектацию этого планшета. Вот его коробка, внутри у него защитная пленка есть. Приехало вот такое вот зарядное устройство, micro USB. В этой коробке было. В коробке есть шнур USB, micro USB, кабель OTG и все, пусто. Если вы знаете, где купить еще дешевле планшет с 3G, напишите в комментариях. Пока.